Свинка Пеппа. Свинка Пеппа. Страшная история. В один дождливый день Пеппа съел свою семью. Пеппа и Джордж ждут, когда пройдет дождь. Пеппа и Джордж уже дождались. Папа, можно мы пойдем с Джорджем погуляем? Ага. Нет! Куда вы пошли? Я же сказал нет! Вернитесь! Я люблю прыгать по лужам. Пеппа, если ты прыгаешь по лужам, тебе нужно одевать ботинки. Пеппа! Пеппа! И что ты будешь делать? Палка. Нет, пожалуйста, нет, нет! Я хочу щупать и нащупывать твой сэндвич. Джордж, если ты еще раз скажешь такое, я тебя уничтожу. Стой, Джордж! Я буду героем и спасу тебя! Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, горю. Что ты сделала, тупая дура? Что ты сделала, ты видишь, что я горю? Джордж! Заткнись! Горю! Что ты наделал, дурак? Зачем ты меня обтолкнул? Я не чувствовал себя живым с тех пор, как сожжёг того человека. Пошли к нашему папашке. Ох, вот же, блин! Папа-папашка, мы купались в радиоактивах и обожгли свою кожу. Дай-ка мне подумать. Быстрее думай, жирный ты кусок бекона. Я думаю, мне нужно пойти посмотреть телевизор. Через несколько моментов времени. Мамочка. Мне нужно бежать быстрее. Куда собралась, бабуля? Джордж, я надеюсь, ты не такой. Я тебя съем, умри. Ладно. Попалась! Ой. Свинина такая вкусная была. Интересно, где мы можем достать еще? Еще? Чего? Ты же не думаешь, что меня надо Вкусненько. А что это у нас здесь? Озвучил Нашимара. Автор оригинального видео «Какао Крак».